Сколько сюда можно вообще, блядь, 25 человек? Не знаю. Я тебе говорю, 25 здесь нет, тут просто не поместишься в комнату просто. Это что-то, прикинь, там нужно на 25 тут человек. Тут есть 25-ка, просто там больше шмота падает. Чё, реально 25-ка? А как? Да. Как? Здесь же нету места просто. Ну, очень просто. Все скиллы то же самое, также две метки. Ну, мне кажется, в 25-ку выгоднее ходить тогда. Ну да, такое собрать надо еще. А прикинь, там 4 метки, еба. Ну, если 4, то да, тяжелее будет. Не, ну если один в один носить, то нормально. А прикинь, какого гадь будет. Короче, в этой маленькой комнате. Вот по тактике, чё? Этот пояс какой-то непонятный. Смотри, просто появляется рельс. Зеленый, потом синий, просто фиолетовый. Просто вперед выбегаешь и все. Не ловишь ни один. Не, я про пояс, который вот дали. Критический урон, это ж именно атаки. Может и исцеление тоже, скорее всего. Ну, просто если атаки, то он на Элема вообще не идет, потому что это Хастман Рек по статам. Скорее всего, это этот. Там, короче, на форуме есть раздел, где там про каждую чарку говорят. А, да? Ну, потом посмотрю. Там исцеление, по-моему, тоже идет. Шмотка с блоком на ДК. С чаркой короче, на ДК. Короче, фиолетовое ты стоишь, точнее, наоборот, зеленое стоишь, фиолетовое двигаешься. Правильно? Зеленое, да, стоишь, но можно двигаться, но немножко. Если ты много двигаешь, на тебе стак, и ты в стане находишься. И все. Смотрите, сейчас. Что тут? Конфликт стихий — это если две метки рядом соединяются, поэтому не этот... Фиолетовые метки, которые в мини-зоне, не должны стоять. Потом, смотрите, метки тьмы. А, милики, над вами будет появляться опять такая же метка над головой фиолетовой. Вы должны все сбежаться, и появится под вами лужа, вы моментально из нее должны уйти. Вы должны моментально из нее выйти. Потом активация скверны, вот эта фигня. Она просто будет над теми, у кого зеленая метка, и все. А... Потом есть такая вероятность, что такие же будут метки, вот такие взрываться. Просто три больших лужи, из них можно уйти, они пока взорвутся, там 3-5 секунд спокойно выходим из них. Главное, чтобы они под рельсом могут тоже стать. Держим рейндж небольшой, ДДшники. Ну, это все, что тут надо от босса. Там ты этот войд можешь даже в луже стоять под зеленкой. Потом, если луж много в мини-зоне, просто тащишь его оттуда сюда. А чё у меня метки попали? Я не вижу сейчас. Ебать, он страшный, конечно. Еще раз, зеленая что делает метка? Нет, двигает? Ты милик, ты постоянно двигаешься. Милики а нет. Двигаю, да? Милики, да, двигаются постоянно. И те, кто в первом пати будет двигаться. Сейчас, подожди, я что-то метки не могу найти. Я не могу поставить её. У меня сбросилось все. Я в хиле? Да. Да, не ковретры спились. Сильс тоже в хиле. Нихуя не ясно, короче, бля. Да, этот босс, он сложнее, чем тот. Короче, ты его примерно вон там держишь сперва, потом сюда будешь потихоньку водить. Из-за луж. Потом, короче, над головой меликов будет появляться метки. Вы должны ее в одну сесть и уйти оттуда. Над головой зеленых меток тоже будет появляться только одна метка. Мы должны все в нее соединиться, чтобы чела не убило. Будет появляться под нами лужа. Из нее мы должны выйти. Это все, что касается зеленых меток. Потом будет появляться... здесь тоже сокрушающий удар есть, милики. Вы должны будете отбегать от сокрушающего удара назад. И потом, да, фонтанчики будут фиолетовые, такие под ногами появляться, такие же лужи, как зеленые, только фиолетовые. Вы из них тоже выходите, миники, смотрите. И будет рельсы появляться. Сперва с одной стороны фиолетовые, потом с другой зеленые, и все. И наоборот. Один, два, ударил, и все. Это вся тактика. Ну, короче, поймите сейчас. Давайте сперва попробуем. Зеленый двигается, фиолетовый не двигается? Фиолетовый, наоборот, двигается, пока зеленые не двигаются.
Так. Фонкич, ты должен будешь постоянно двигаться. Блять. Да. Короче, РДД сюда стали, где я. Вот, примерно вот с креста мы начнем. Милики с той стороны начнут. Можешь Войт уже сразу к звезде подходить. Да, мы здесь небольшой рейндж держим, где-то 5-6 метров, чтобы нас уже не дамажили. И уходим вперед, если надо будет. Ближе к кресту стойте, ребят. Фонкич, ты стоишь с той стороны. Ты первая пати. О, нихуя. Так. А что сюда зайти нельзя, блядь? Что за хуйня? В смысле? Ты где? Тут вот какие-то кости, блядь. Да. Короче, давайте. Все готовы? Тут прохиливать особо не надо. Ну, кроме танка, не выдержать. А, сейчас, забыл. Что там, лапку тоже кинуть надо, да? Сейчас, лапку кинули. Все, давайте. 5, 4. Вы можете под босса встать. 3, 2, 1. Гол. Гера сразу. Все, стаки появились, смотрите. Он постоянно двигаешься, не знаю. Я могу просто... Смотрите, кто-то стоял на месте и встал в стане. Вот вы должны двигаться. Вперед-назад, прыгайте, я не знаю. Вот. Чуть-чуть вперед разойдитесь друг от друга, чтобы не дамажить. Не надо долго, много двигаться нельзя, иначе встанем больше. Все, просто хуяли. И сейчас под нами лужа будет. Все, разбежались. От луж. С миликами рядом не стойте, когда 30 стихий будет назад. Сокрушение. На нахуй. Вам надо было за спину встать, вы сбоку стояли. Сокрушающим. Спиной стоял. Пока бьем, пофигу. Смотрите, там надо было сбежаться, под метки все убило. Ладно, я резну сейчас. Сразу не дам. Мне тоже бы рез. Винс рез? А. Куда ты его ведешь? Там же лужа. Сейчас, смотрите, шквальный обстрел. Все, рельсы, отошли. Так это назад параша, опять. Блядь. Не. Да. Че, пиздец? Да нет, ты его, ты его рано начал, там же даже луж не было. Все, и выйдем. Так на мне, да, лужи, да, на мне лужи были, блядь. Да ничего страшного, ты лужи переживаешь, ты можешь в них стоять спокойно. Мирики, стойте в спине. Главное, чтобы в мини-зоне не было. Вот кто в первой пати, стойте за... Не, ну блядь, мы с босса уже 30% сняли, спокойно убьем его. Потому что они сбоку стояли, их убило, сокрушающих. Вы еще должны стоять спиной, не к РДД, чтобы во время сокрушающего у вас не кинуло. Ну, короче, ебать. Короче, я спекаюсь в сурва, ясно. Да, да, спекайся в сурва, это тут невозможно, блядь, стрелять, ты же... Я чародейский стрелял, что ты тут верный выстрел, тут вообще нереально тебе. Вот сурва идеально будет. Если долго двигаешься, то тебе это... Смотри, если ты не двигаешься, тебя стан кидает, и купол такой над тобой появляется. Типа, а если двигаешься, если двигаешься, то стаков наоборот нет. А зеленый наоборот. Ты не должен двигаться. Я просто услышал, ты сказал. Если двигаетесь, то стан сейчас. Там не страхи, они просто станет стоят. Так, ебать. Вы лужи прям под босса ставьте, чтобы потом было куда убежать. Вы их поставили назад, а в звезде, по идее, луж нет. В звезду сбегаетесь, наоборот. С метками. Возможно? Тут мы еще, видишь, проебали сеть, потому что над ней метка появилась, а я что-то не посмотрел. Давайте заходим уже. Пристабав. Да, РДД в шахматы, знаете, но близко друг к другу, чтобы резко сбежаться можно было. Аура от огня так и стоит, заебись. Мелики, за спиной стойте. Или стойте все рядом, нахуй, я не знаю. Тогда не, просто... по-черному прохиливать будете. Я увидел, что они сбоку стоят, и их убил сокрушение. Ходите, да, полушагом. Если там только лужи нет. Все, давайте вставайте с той стороны, уже можете вставать. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1, гол. Много не двигайтесь, все, стаки поймали. Кера.
А кто тут? Станок. Блять, ну двигайтесь, прыгайте, не знаю, туда-сюда ходите. Да, нас... туда-сюда. Вот, блять. Я двигаюсь, какого? Ладно, полежи пока, сокрушающий. Ну, сука. Ты все сокрушающие в мире поймал уже, я не знаю. Готовься сейчас вперед выбегать. Встаньте поближе. Сейчас 2 секунды, 1 секунда и вперед бежим. А, почему-то уже не сработало. Пальный обстрел, стоп. Смотрите, рельсы будут. Бляха, муха. Отбежали. Все, нахуй. Да там же изи. Да, да какой изи? Там под нами эти взрывы появились. А. Пиздец. Миники, блядь, не умирайте, пожалуйста. Это пиздец какой-то. Вы видите, под вами взрывается? Вы стоите на месте. Прыгайте, я не знаю, прыгайте, бейте. Есть какой-нибудь аддон, чтобы он за меня прыгал? Пиздец. Ну, нет, типа... Пробел называется. Я просто вправо-влево нажимаю и бью. И меня не морозит. Ну, Керуса не морозит, тебя морозит. И смотрю по КД. Я двигаюсь вперед-назад, ему пофигу. Вправо-влево двигайся. Я вам вправо-влево двигаюсь, и меня не морозит. Бать, мы на втором боссе охуеем, я вам отвечаю. Там это вообще пиздец. Второй. Там это надо туда-сюда надо бегать. Это третий, во второй я говорю. Там, там надо туда-сюда бегать, там войд-зоны будут ёбнутые, которые шотают. Прикольно. Непонятные сферы, которые хуй пойми, надо заливать или нет. Блять, вот этот босс, он легкий, просто надо жить и хилить, и все. То с ебаными поездами не повезло нам. Поезда и под нами взрыв, и куда бежать, типа, пиздец. А если много бежать, то мы встанем просто, отвлечение на нас. Это пиздец. Давайте. А не зыбка не спасет? Под вами еще, видите... взрывы, из них выходите. Если над вашей головой метка, вы сбегаетесь с метками в одну сторону. И тогда там будет постоянные лужи. А есть, которые этот, фонтанчики, которые взрываются. Это хуйта еще, блядь, откинулась, так повешала, мразь. Ну я так просто бил. Мы можем ему двери бить, какая разница. Вон, можешь печеньки бей тогда, мы будем здесь стоять. Пофиг, печеньки держи. Мы здесь стоим, РДД. Все, гол. Милики, отошли сразу от нас подальше. Двигайтесь. Давайте, да. А на мне зеленая. Ты угораешь, уйди оттуда тогда. На мне фиолетовая вообще, как хилить теперь. МП сразу за и выйдем. Все, ГГ. За выйдем, выходите в дверь, выходите в дверь. Рано за и выйдели, поэтому. Да пиздец, блядь. А чтоб такого не было, надо, чтобы милики с левой стороны ровно были, мы с правой. Да, сейчас сдохну. Тотемы. Ебаный босс. Еще не дал убежать, потому что зеленая метка у меня была. Кто там чарку получить хотел? Я уже нихуя не хочу, блядь. Я за хочу, идею. Я хочу чарку, чарку со второго босса, считается. Тут что-то падает. Да. Мне там нужен был только ГГНаш. А что там тебе нужен был? Посох? Жезл. А, блядь. А есть Дживс? Да. Не, зато весело, не надо АФК стоять, босс не манекен. На, а зато ты становишься потом манекеном. Если ты стоишь. Манекен, а я прыгаю. Давайте, нормально, по-нормальному точнее. Все РДД право становимся, которая вторая пати. Все РДД слева, а милики слева, которая первая пати. Так же в печень будет ставить босс? Да, да, ставь печень, пофигу. Давай. 5, 4. Не подходите вперед. 3, 2, 1.
Все, Гера. Ебать. Сколько времени я проебал. Блять, вы потом не отойдете же. Выведи его немного. Они просто от сокрушающего не уйдут. Все нормально. Смотрите, медики, сейчас под вами лужа будет. Там что-то дрыгает. Все, лужи. Фонтанчики просто уходят из них. Блядь, ну как так? Шпалы, рельсы, смотрите, сейчас рельсы будут. А, все, нет, рельсов не будет. РДД, смотрите, сейчас вперед побежим. Вот взрыв. Не. Будет, будет, будет. Вольт можешь потворить, наверное, там видишь уже. Хотя нет, нормально. Сейчас будет что-то будет. Уже там. Рельсы, 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 быстрее. Уходим. Выжили? Заебись. Да, заебись. Да, да. Я... Блять, БР нет, пока штиль пока. А, нет. Там же не все. Аккуратно, понял? Блять, отвлечение, похуй. РДД, далеко не стойте друг от друга, нам надо будет что сбегаться. Блять, Хант, отойди влево, нахуй, ты нас убьешь сейчас проклятием стихии. Да, он там бегает где-то. Смотри, сейчас побежим, если что. Нет. Либо 400. Блять, вы потом, короче, кругом пойдете, а мы дальше пойдем. Назад. Ой, понял, да, короче, против часовой. А, по часовой точнее. Сейчас что-то будет. Говно какое-то. Косты сбил. Бля, косты сбил просто. Уйди, он уйди, был. Блядь. Я он не может уйти, он встанет. ГЦ хуй. Все, отошли, миленький, миленький. А, РДД, РДД, быстрее. Ну чего вы стоите? 5 сельс нет, я даю БР. Сразу подними. Да, этот. Умер. Сейчас, скорее всего, взрыв будет. Войт. Кто-то на месте стоит. Шквальный обстрел, смотрите. Поезда, возможно. Поезда, поезда, поезда. Отошли. Быстрее, и в другую. Блядь, не подходи к нам, Фонтич, ты заебал уже. Да, блядь, я не могу. Можешь в другом месте. Да не могу я от босса держусь, чтобы, блядь, стрелять по нему и при этом к вам не подходить. Давайте больше урона, почти убили уже. Так ты сзади него не спи. Все, РТД назад чуть-чуть, отходите по шагу. Они к нам идут уже. Сейчас проклятие сихи будет. Отошли, РДД. Пофигу, даже если встанем будет. Ушли, 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 ушли. Вообще отошли. Прохил? Блять, ну вот, все, проклятие стихии. Пиздец. Блять, почти убили. Две метки соединили? Да. У нас половина меликов прям с начала просто улетает. Ну, можно убить, да. Вот хурюк, пиздец. Хурюк, что с тобой, брат? Что там у тебя? Что ты орешь? В смысле подстава? Это она нас вайпнула, да, хочешь сказать? Ничего нет. Конец под меня, блядь, зашла, как уебал. Ну, конечно, луж появляется. Это просто для мелизона, это вообще, я не знаю, ад какой. В эту метку сбегаться надо. Нам повезло, что ее нет постоянно. РДД, вы должны ближе друг к другу, чтобы вот так не подставлять. Чем убьется босс? Босс, да, быстро смазь. Главное выжить. Батя еще есть, хочу ебать. Тут один со специями, один простой ставит. Давайте простой только ставить. Со специями. Я не знаю, кто со специями. Нормально, ставит. У меня еще одна со специями осталась. Богатые люди ставят. Ну да. Богатый батя. Человек без денег. С первого босса уже 20 минут прошло. Давайте чуть-чуть темп вальс. Так же начинаем. Все, время РТ окончено. Да. Так, каску прыгнули. Ну, мы РТ у нас вообще. Нихуя? Да я не знаю, можно или Золоман, или Кару Гер сделать. По-быстрому побежать. Посмотрим сейчас, давайте. Разойдите мы внутри хурюк, что там у тебя? Лак дали, да? Да, дали. Каски нет. А, есть, да. Есть да. Каски. Есть, есть. Я лево, знаю. Лево, ставьте, не надо возле нас стоять. Ставьте со стороны печеньки сразу. Бит. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1. Репот, убейте тоже. РДД, мы так не теряемся.
не сила, не секунда. От огня только аура нужна. Экон, поставь тотем от огня, пожалуйста. Потому что на нас аура не доходит. Все, под нами возможен взрыв. Если что, отходим назад, не вперед. Что полубоком вставайте. Не взорвалось, да? Окей. Нет, фонтанчик сокрушающий, сокрушающий. Охуенно, блядь. А нахуй ты в него зашел? Я побежал трапу ставить, блядь. Ты чё, блядь? Ах, топ-10, блядь. Не давай, блядь. Вот он, сын Нурика. Нет, это... Сын этого, Бобин Худа. Он же умирает под трапу. Я один раз... Сын РСК, блядь, запрыгнул, блядь, нахуй. Похуй. Да стой в луже этой, она же тебя не дамажит почти. Рельсы, отошли. Назад теперь, давайте. Ну ебать! Да. Меня конфликт стихии уебал. Это потому что Войд словил. Да, тут рельсы убили. Смотрите, есть конфликт стихий, ловится, когда вы рельсы противоположного цвета ловите. Поэтому не должны ловить рельсы вообще. Все, не ловите рельсы, мы выживаем. Конфликт стихий ебет просто пиздец. А зачем я в ДД, если у меня нет дамага? Потому что надо вот 5 меток он распределяет ровно. 5 меток таких, 5 меток таких. Типа, если я тебя в хила поставлю, то кто будет там прыгать из-за ДД? Они же не могут. Они же еще не одетые. Да, к сожалению. Я релогуюсь. О, рыба стоит. Блядь. Нет рыбы. А я ее продолжаю есть, прикинь. Вы ее не закликаете. Я ее продолжаю есть. Это все я ее съел. Ладно, я отошел на... Тоже отойду тогда. Ну пиздец просто. Убивается босс спокойно. А лужи я не знаю, зачем ты водишь, когда они под тобой решили не дамажат почти. Самый конченый босс, блядь. Я уже так заебался на пробел. Я только. Чем все боссы не пробил? Кирус что-нибудь. Можешь кто-то линкануть 258-е перчи тканевые? Этого босса. Да, сейчас. Как они называются? Метёнки плетущего чар. Чё? Да, ладно. Что там рыбу поставили? Планет, блядь, нищий. Рыба стоит, беги, блядь. Я 58 не могу, могу 71 линкануть. Че? Ну-ка, давай их. Бля, ну чарка на эрдру тупо. Мне чисто статы посмотреть. Чарка на эрдру тупо. Бля, статы ничего так. Че там башка? На один сакет. Статам, блядь, лучше бы, чем мои. Женек, че ты? Экон, я тебе пояс отдал? Штёк. Чё? Чё? Да. Кисти вон линканули, блядь. Какие кисти? Ой, кисти эти... Перчатки. Ну да, кисти руки. Тканевые. С этого босса 271. Я не понимаю, кому я голову отдал и трушну? Кому? Себе в карман. Не, я не вижу. Кому? Саня, рыба стоит, блядь, ты сейчас не успеешь пожрать. Или ты там остаюсь? А тебе дал? Да, да, да. Мне. А, давай сюда. Го, паролем.
О, бля. А 271 валанир намного лучше, чем 245. Ну, голова топающая. Нет, ну мне это надо, определенно надо. Ну давайте, ребят, убьем и тогда уже посмотрим. Го по фасту паролям. Ручные топоры точно нужны? Блин, тебе прям сильно нужно, я бы эрдрус собирал. Я тоже эрдрус собирал. Ну, голову ролик. Ясно. Понятно. Опа-на. На транспорт. Не, вот когда хила сделаешь, тогда подумаем. Давайте, ребят, готовность. 5. А, жи, а рыбу ставим? Да, блядь, здесь иди налево. Иди налево, давайте. 5, 4, 3, 2, приходы. 1. Я релогал все. Да, блядь, похуй. Из нее танцевал, блядь, когда пришел. Вера. Не, нормально как-то. Блять, на пол. Посмотрите, возможно, взрыв под ним будет. Милики, отошли. Фонтанчики видите вы под собой? Крушающий. Бать, что мои глаза видят? Давайте, похуй. Просто живем, да, все, просто живем, все. Смотрите, сейчас под вами, возможно, фонтанчик появится. Ну, фонки ждем. Че, блядь? Похуй, фонки еще. Бать, вот там милики забавно так прыгают. Шквальный обстрел. Стоп-каст. Смотрите, сейчас поезда будут. Поезда. РДД. Не ловите, пожалуйста, пиздец. Ну, конфликт стихии поймали. Что делаете? Там же эти взрываются 5 секунд. Ну пиздец, и выйдем быстрее. Это пиздец, я не знаю. Короче, а вот надо отойти, от которой подсвечивается же. Смотрите, под... Блядь! Ебучий конфликт, на. Да я не знаю, ребят, но поезда и под вами взрыв. Просто отходите назад. Почему вперед идете? А че меня чпокнуло? Меня 800 урона влетело, я не знаю. Короче, вот смотри, блядь, вот эти пидоры, они пишут, ну, во-первых, они сами умственно отсталые, вот те уёбки, кто это все написал, блядь. Вот есть такая кто хуйня, приключения, блядь, вот когда открываете, там читаете всю эту хуйню, да? Но пока поймешь, что делать, ты 1000 раз вайпнешься. Вот я не знаю, как вы рассказывали тактику, ну... Я так думаю, что когда появляется такая хуйня, как активация тьма или активация скверна, это значит, активация тьма, это значит, нужно, блядь, встать всем, вот кто с тьмой, в одну точку. Ну да, чтобы лужа вот. В одной точке появилась. Так как мы в одной точке не были, то лужа была и на этом, блядь, и на тех, и на других, и на мне, и на Фонкиче, блядь. Под вот. Лужу, под меткой, когда у нас, вы сбегаете, я же говорил. Чтобы лужа в одном месте была. Не, когда лужа появилась, это уже похуй, ты это уже не сбежался. Нужно сбегаться, когда активация появилась. Вот. Да про поезда ему. Это когда вот так тикают, да, вот под тобой, типа, активация. Смотрите, когда под вами тикает, вы сбегаетесь, а потом резко расходитесь, потому что там лужа появляется. Все, давайте становимся. Я первый раз почти не называю. А? Активация. Вот у нас тоже под РДД, видишь, там типа прыгает лужа. Я говорю, поезда вообще никак не называются в книге вот эти. Они, нет, блядь, на полу есть. Показываются полоски. Пальный обстрел называется поезда. Когда он кастует, будут поезда. Они зачем тебе? Надо. Которые подсвечиваются. Ты хочешь глыбы их задоджить? Ну, кстати, глыбы вот, можно хоть. Задоджить. Да. Если на тебе метка, Женя, ты должен этот, нажимать глыбу. А мы с тебя сбегаем со мной. Давайте. 5. Арканат. Кулак не дай. 5, 4, 3, 2, 1. Го.
Ну, ему равно хватит на то, что я прыгаю, двигаюсь, понятно. На я стою, прыгаю, меня встанет. Охуенно. Да вы не прыгаете, просто влево-вправо. Я двигаюсь, ему все равно пофиг. Да, отошли, РДД! Быстрее, время есть отойти, все, бежим. Потрясающе. Плохо на отключение. Вот сбежали сейчас темные. Нас четверо. Эркан далеко. Только почему мы встанем, блядь? Блядь, потому что я-то вместе сбежались и стоят. Все, уходим. Все, сейчас взорвутся, нахуй. Керос БР. Каск стрел, смотрите, сейчас какой-то каск будет. Поезда. Все, вперед. На нахуй. Короче, с пула на вас была эта активация, вроде как. Сквер. Я тебе дал БР, Керос. А ч, поезда такие быстрые. Должен быть. На мне еще и зеленая забей. Что тут? Да. Сбежай с метку, быстро, сбежай с метку. И разбежались. Просто хуярить, блядь. Выживите, похуй. Умер был. Все. Смотрите. Экон, ты далеко стоишь, ебать хуярит. А чё? Меня заразил кто-то. Рисует. Конфликт стихий, Керус, заебись. Керус, ты рядом с нами стоял? Нет, ты видишь, где стою? Видишь, Арканавт и Керус. Ну вон, ты же умер от конфликта стихий. Я вообще далеко. Мне пишет Керус, блядь. Кто-то стоял? Вероника, ты с ними вставал, что ли? Нет, я вообще стою, это, около двери. Блять, я не понимаю, что за хуйня происходит. Я вон в углу везде стоял. Почему конфликт стихий? Ну, значит, поймали. Смотри, в углу у тебя какая метка была? Фиолетовая? Фиолетовая, ну. Ты зеленую не ловил ничего? Нет. Я не понимаю, почему ты где-то рядом стал, значит, пиздец. Я везде был, не знаю. Конфликт стихий не прохилит, там ебейший урон. Вспышка скверная у него была. Зеленый на нем. Вспышка скверная, зеленая. Вспышка скверная, это зеленая, наверное, да. Ну, ходил в зеленый вроде как. Вспышка скверная, но только над зелеными должен появляться. Это что за бега? На меня тоже сразу повесилась зеленая метка. Ты умерла от сокрушающего удара. Это я знаю. Это из-за того, что, скорее всего, мы сдохли, потом нас резнули, на зеленое пойдем. Ну, пиздец тогда. Не умирайте, что могу сказать? Ну, от сокрушения умирать это кринж вообще. Короче, вот смотри. Да. Вот когда мы раздуплимся, вот на 5 человек, вот второй пати кинулась зеленая, на первой пати кинулась темная. Угу. Что им надо делать? Вот этим нельзя двигаться, этим надо двигаться, когда стаки появляются. Угу. Потом появляется активация. Ну, я могу сказать, а вы уже подумайте там, что делать, и что мы сделаем, и к чему это приведет. Вот мы, допустим, на вас появилась зеленая хуйня. Мне похуй было, что у вас там. Похую вообще, что у вас появилось, как вы стояли. Вот. Потом появилась на нас, на первой пати, темная хуйня. Я говорю, давай сбежимся, сбежались. Потом мы стали выпрыгивать от этой лужи. Ну, сейчас, я не знаю, можно попробовать стоять нахуй, но я уже стоял, и меня станила эта хуйня. Если я буду в сане и будут рельсы, блядь, то, ну, пиздец. Нас поезда убили. Поезда, блядь, ебать, поезда могут убить только, ну, я не знаю, тех, кто в стане нахуй. Ну, там нужно быть 2 IQ, блядь, чтобы, ну, не выбежать, блядь. Черный, фиолетовый луч появился, ты отбежал от него, блядь, между двумя я лучами. Я сейчас все припоты проебал уже. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1, go. Это тоже поближе останется. Вот смотри, на вас метка. Читай дебаф на себе, читай, типа, вторая пати, блядь. И что вам делать надо, я хуй знает. Вот он появился. Вот, 5, 4, 3, 2, 1. Видите эту хуйню? Вот сейчас что-то будет. Ну, оп. Отошли, РДД, быстрее. Вот. Потрясающе назад налип.
Блядь, мелики, никогда не стойте спиной к нам, блядь. Метку сбежали, сбежали, сбежали. Сюда, сюда, куда ты её отводишь? Ты нас убил, блядь. Все, отошли. Ты меня убил. Все, отошли. А, нет, не убил? Понял. Блядь, не отводи эту метку, наоборот, ты должен. Ты еще к меликам подошел. О чем ты думаешь? Поезда. Поезда вперед. И назад. Давайте. Все, он прохил Войда. Блять, опять фонки, чё надо. Так, не должен бить тут лужи. Тохну нахуй. Смотрите, на нас активация первой пати. Чё нам делать надо, нахуй? Сбежаться или чё, блин? Давай, сбежимся, нахуй. То вы хуй знает, как стоите. Вот кончилось. Биллиард, отошли, отошли быстрее. О, блядь. Нету БР. Похуй, блин. Потрясающий. Это сокрушающий хурюк, нахуй. О, блядь. И тяжело, да. Давайте, прохилите, мы еще убить можем. Только очень долго убить, блин. Да. Смотри, эту парашу надо сносить, чтобы разделить урон. Да, по чуть-чуть назад уже отходим, они уже к нам идут. Мы наоборот в ту сторону ориентируемся. Метку сошлись вместе. Разбежались в левую сторону. А? Рельсы как раз. Ну не стой на рельсах. Блять, я один это вижу, сесть, да что такое? Выйдеть нас. Да. Короче, я не знаю, вот это когда хуйня активации появляется, что делать надо? Сбегаться или разбегаться, хуй знает. Ты прям на фонтане на одном взорвалась, потом на другом, это пиздец. Блять, ну супер легкая тактика, блять, вы все время от сокрушающего умираете. И от лужи, вот этого фонтанчика. Да. Мелики, вы можете просто, блядь, нон-стопом бегать, постоянно в станах, лево-право прям стоите. А чё, может не отбегать от сокрушающего, может стоять, просто прыгать и все. Может получится. Сколько там сокрушающий бьет? Да хуя же. По 70к ебашит вроде. Ну, он же делится. 180. Я что-то хуй знает. 180к. А, ну блядь, то вы не переживете 180к на 5 человек. Я отбегаю, я не знаю. Так там физический урон, он броней режется. Ну, все равно это по 30к на человека. Да хуя. Они не выживут. Там под конец вот до хрена луж начинает разливать. Начинайте со звезды тогда, если вой будет звезде держать, то лужа на нем постоянно будет только. Ну это хуйня все равно. Просто, я не знаю. Не умираете. А че, кто у нас права в банке поменял? Что? Кто у нас права в банке поменял? В плане. Ну типа, я не могу взять ни фласки, ни приготы. Это баг, надо сейчас попробовать. Теперь могу. Это баг звания. Чтек мне звонит. Я не знаю, мы, да? На меликах. Я не знаю, нахуя эта активация, я не могу вообще понять, нахуй. Ну, я знаю только, что от сокрушающего надо отбегать и все. Вот хурюк от сокрушающего. Да, на активацию забейте хуй. Если смотрите мелики, на вас метка должна быть. Как на РДД, прям стрелочка над головой, тогда вы сбегаете, а на активацию можете не сбегаться. Там есть вероятность, что активация, а потом под вами лужа, вы просто из нее выходите фонтанчик. А метка как называется? Она как-то называется? Сейчас. Ну-ка. Активация может, тьмы. Она может я ее забью нахуй. Не, активация, блядь. Да, это залупа, это не то. Блядь, а нахуй вы запустили, блядь. Перегрузка метки тьмы называется. Сейчас я ее забью, может просто говорить на кого, избегаться в него и все. Потому что там 70 тысяч и это шотало кого-то. Уберите тотемы, там да. Петов, блядь. Что вы делаете? Увидитесь. Блядь, дрочево ебаная. Уберите. Перегрузка короче, метки тьмы. Да, вот надо под нее сбежаться, чтобы распределить урон. Видишь, там 70к.
Сейчас я забью. Такая же в зеленом. Перегрузка метки тьмы, перегрузка метки сферы, блядь. Эту хуйню нахуй. Радиусе 8 метров. Так мы в этом радиусе и так находимся, мы же близко к боссу. Мы и так в этом радиусе находимся. Так что урон и так распределяется, по сути. Ну он там, Фонкич не сбегается, его шоты. А он вообще далеко, что-то там бегает. У него же прыжок гоблинский есть. Я ближе подхожу, я не могу просто стрелять по этой собаке ебаной. Хочешь, я буду вблизи своим посохом хуярить ее. Сейчас, короче, еще цвета. Такой вот босс от Сируса. Желаю разработчикам побольше говна сожрать назад. Да блин, нормальный босс, вы просто от сокрушения не умираете и все. Пиздец, поезда нахуй. Вас поезд сбивает, я не знаю, блядь. На улице вам опасно выходить, вас поезд собьет. Пиздец. По улице поезда ездят. Да блядь, вам вообще опасно выходить, вас что угодно сбить можно. У меня ездят поезда по улице, трамвай называется. Все, давайте. Сейчас, подожди, Женя там позвони мне. Чё отсюда вообще надо? Блядь, тут кожа 271 будет падать на руки, кисти. Ну, Жена, запах. Ланир для нищих. Блядь, тут кожаные сапожки есть. Это кисти 271. Ну, кожаные кисти, крит РПБ. Какого вылова? 271 будет. 50. Ни хрена. И два сокета не будет еще. Это надо мне. А надо кто вот этот Вова ШП 58 лет? Это кто такой вообще? Я не знаю, кто это. Нахуй он тут нужен? Он заебался этой картинкой, блядь. Где там, с крысой, что ли? Ну, блядь. Это уже легендарная гифка. А он по КД ее кидает, он заебал, реально. Он может уже по цифрам понять, что он кидает. Пиздец. Женя, ты тут? О, видимо, еще нет. Он один сокет. Правда, в этих руках тут. Короче, вспышка тьмы, я не знаю, вот эта хуйня убила или нет, нахуй. Их сокрушение. Киньте, вот кто умирает. Хурюка сокрушающая. Да хурюка я знаю, блядь. Мне вот эту перегрузку надо просмотреть. Да хурюк, ну пожалуйста. Я не знаю, что сделать. Она на одного случайного кидается, или как? Кто замечал? Да, да, на одну метку он кидает, в эту метку сбежаться надо. Если это Фонкич, то ты прыгай наоборот по них. И под ней, под вами постоянная лужа будет такая появляться. Надо стоять. Ты видишь вот эту фиолетовую постоянную лужу? Вот это отметки тьмы. У меня пока что за все трое только один раз эта метка накинулась, и я только с этого раза понял, как она выглядит. Вы... просто закинул. Но мне еще после того раза не было ни одной лужи. Из-за того, что вы играете без фреймов, у вас, ну, блядь, нихуя не видите, что на кого кидается. Я с фреймами. С какими? Воду у меня не отображает ничего, правда. Так надо, блядь, ебать, открывать воду, блядь, нажимать дебаф, нажимать свое, блядь, и впечатывать туда, блядь, дебафы, блядь. И тогда будет у тебя отображаться все, нахуй. Потому что воду там никто не писал под Сирус. Просто пишешь свои дебафы, и он начинает их к тебе показывать иконками я маленькими. Я вообще, блядь, не буду. Нет, там есть воду под Сирус. Ну так надо пользоваться, блядь, ну, возможностей-то дохуя. Так я спрашиваю, никто не шарит мне Вуду. Хули вот там шарить, я ж тебе говорю, блядь, открывай, вот нажимай на кнопку Вуду, блядь. Так, вот, дебаф. Дебаф, свое, блядь. Потом нажимаешь, вот там есть список введите дебафов. Введите новое название. Введите новое название, да, вот туда пишешь, я написал, перегрузка скверная. И там вот эти все галочки, хуялочки, можешь звук поставить, можешь цвет поставить. И пиздец, у тебя будет все отображаться. Хоть, блядь, истерия, хоть, блядь, Горн, блядь, хоть Триксы, блядь, хоть хуй знает что, хоть Боб, блядь. Любую парашу, просто все, что хочешь. И главное, как вот оно написано, там, скверный с большой буквы, вот это не проебать, чтобы правильно написал. А, ну, большая буква. Ну, ты смотри, как оно написано в приключениях, блядь. И все, и ты сразу станешь скиллованным пацаном, блядь. Я не понимаю, у него как по пати вообще работает эта параша? Он на одну пати одно кинул, на другую другое или как? И хуй знает. Или помешанная те...
Те, кто ближе к нему, он кинул темные, блядь, а те, кто дальше, он кинул зеленые, блядь. Темные, темные. Зеленые, зеленые. Блядь, ты умный, конечно, пиздец. Да, да. Я говорю про механику, как босс распределяет, на кого метки кинуть, какие. Рандомно кинул. Если бы он рандомно кидал, блядь, он бы на сочного темную кинул, на меня зеленую, блядь. Значит, не рандомно он работает. Те, кто ближе к нему 5 человек, он кидает темные. Те, кто дальше, он кидает зеленые. Женя не пришел еще? Да давай без него уже ебашить, уже похуй, блядь. Пару раз ляжем, блядь, и он придет, блядь. Давайте. Вставайте на позиции тогда. Курюк, Кирилл, вставайте. 5, 4, 3, 2, 1, гол. Мелики, фонтанчики не видите под собой? Крушающие отошли, сокрушающие. Я тебе прям вижу, как они бегут, как будто поезда сейчас возможен. Шквальный обстрел — это рандомный каст. Это не обязательно поезда. Уже. СС на сильт кинь, по возможности. Короче, я не знаю, нахуй, что происходит. Просто хуярим, все, нормально. Парни обстрел, смотрите, что сейчас будет. Поезда. Все, выжили. Почти. Киль. Все, инер кинул. Нормально. Бьем. Каски к нам, по-моему. Ну, типа на меня кинулась эта хуйня. Мелько, сбежали, 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 сбежали. Не, ничего страшного. О, это не то, блин. Подбежались. Хилим, живем. Керос похил, давайте. Ну я считаю правильно, 9 одного не ждут. Да ладно, ничего страшного, по вайпам писал. А это может его... Блядь, много не двигайся, с ним ходите так. Похил. Вот. Может получится, все равно вот залутаешь. Ты же в тюрьме внутри, да? Не покидайте тебя, если что. Да нет, ты еще пока. Блять, отошли, отошли, отошли быстрее. Все, назад, назад, отошли, назад. Вы сейчас конфликт стихии опять поймаем. Потихоньку назад ретируемся, точнее. Блядь. Вот бежай с метку, там тьма метка собралась. Пиздец, сейчас он умрет. Все, нахуй. Поезда. Отвлечение поймал. Похуй, выжил? Похуй, выжил. Блять. Хуярим, давайте. Подаем, скорее всего, взрыв сейчас будет. Блять, сейчас. Похуй, нет взрыва. Потихоньку влево будем ретироваться. Миликов все нет. Меньше, нет. Айсбаунс, дай? Уже если был, блять. Был уже? Окей. И РДД влево ретируемся чуть-чуть. Вот так, как я стою, не дальше. По чуть-чуть уходим, да. Я бэнул Кироса. Отошли назад. А еще минус того, что хилы не достают. Похил, похил. Было прям жестко хил. Все равно не похуй. Просто делаем свое дело. Не, это занят сейчас, подождите. Ни за что в синюю лужу не попадайте. На кого БР тратить не надо. Просто втроем. 3 миллиона, блядь, мы сможем залезть, если нормально все будет так же. По чуть-чуть уходим назад. Рельсы.
Все, давайте, выжили. Заебись. Синий, уже не подходи к тебе откидывай. Метка, Фонкич, подойди к ним, да. Выжил? Хуй там, да? Хил, блядь. 40 прилетело. Ну, живите, давайте, грилит и кто еще? Бля, там только один грилит. Трайте. Там уже почти местные. Отошли. Один ТД ничего не сделать. Что сделать? Блядь, ну грилит жесткий, ты что не знаешь. Вот, если на 7 метка будет, ты прожмись, там 70 урона, потому что. Ты можешь уже не водить там в ужин стоишь. Потому что сейчас метки это место нет уже. О, в грилита сбежались быстрее, сбежались с грилита. Просчитуйте себя. Хуёво сейчас, блядь. Нам нахуй. Экон соло, давай, ты герой. Да я знаю, что добавку. Не могу вообще. Там 70 урона разделяется. Ну, почему он меня застанил, нахуй? Потому что на месяц стоял. Нет, нахуй. Он станет, хуй пойми как, нахуй. Вот, а я говорила. Рельсы. Пофиг, двигаешься ты или нет? Не знаю, он меня ни разу не станил. Давай, грили, тут 2 миллиона не сделаешь. Зря одевали, да? Не, ну убьем, все. Был бы Женя, вот эти 2 миллиона он бы нанес. Все. Теперь все поняли. Ну понятно, все. Короче, черную метку вы избегаете, остальные фонтанчики выходите. Все понятно. Пожалуйста, пускай. Там просто если миликов все меньше и меньше, вы от меток будете умирать, потому что не разделите этот урон. Сейчас мы его обязаны захуярить. 2 минуты АФК, да, блядь. Да сколько можно? Теперь без гриль-то, да? Да, блядь. Только нам будут ебашить. По очереди будем хуярить, нахуй. Давай, нахуй. Я АФК спекайся в танк танчей, блядь. А, Женек тоже отошел. Ты чё, перерыв на перекур, что ли? Ну, 2 минуты поставим, что ли? Ставь, что у него кто же он лежит, я ему резал. Всё, 2 минуты ровно. Ебал, яблоко почистить уже нельзя. Какое яблоко? Ты чистишь яблоки? Да, блядь, сорвал на даче, они, сука, червивые пидорасы. Так черви, это мясо, надо прям... О, иди, да, блядь, белок, нахуй, дай пизду. Потом с туалета нахуй день не выходить, больше, да? Грязи, шире морда. А, Женек, мы поняли, где ты был теперь. В толчке, что ли? Женек, да? Как это? Я же тебе говорю, яблоко, блядь, чистил. Ты чем слушал? Нет, нет, когда это? Ты говорил, тебе по телефону позвонили. Не, сейчас по телефону дядька звонит. Да, да, в толчке был, Женек, да? Мне тут Путин звонил, сказал, блядь, сейчас убьем, нахуй. Я звонил, сказал, ты позор Орды. Он звонил, хули ты тут делаешь, блядь? Мне позвонили, сказали, что я долбоёб. А ты вообще молчи. Ну, кто-то звонит? Прикинь. ФСБшник. И одна грустная Вероника в углу. Я смотрю, у нас, кстати, опять это... Смена лидера. Выживаемость миликов, конечно. Стремится к нулю. И, кстати, на это не смотри, ты не думай. Почему? Если что, все равно по башне получать будете. Да мне типа похуй. Мне типа тоже. Мне типа уже на все похуй. Это плохо, ты в курсе. Ну, Женек съел червяка. Женек съел червяка, ему уже на все. Ебать, видал... могу это, значит, могу на все забить. Видал все в этой жизни. Похавал червяков. Ну, блин. Ну, как раз ты что бы смотрел. Я превознёсся, я в этой жизни так превознёсся, блин. Осталось есть жуков, Женек. Лягушек, блядь, еще скажи. Ну, кстати. У меня в саду лягушки. Это. Не хавай. Не.
Я, короче, это когда картошку копали, чисто картошку, ну, это землю, там выкапываешь, и там, короче, ну, я... Ага. Прощайте. А кто сагрил? Опа! Чё, все здесь? Адьёс! Мы уже траем, мы уже траем. В смысле? Неудачно, блядь, расстановка хуёвая, ебать. Всё, гол. Лога сыграно. Кулака нет. Сейчас погладь рыбу, поем. Мне, кстати, классно. Наверное, этот, крит, герой тут давай, мне крит не нужен, мне как. Поставлю. А где босс? Блядь, что-то не заметил даже, что его здесь. А мы ему пизды дали уже, блядь, разделали. Он в инвизе. Короче, нужно метеором проверять сейчас. Блядь, а, не надо. Метеор проверяйте. Готовы все? Сейчас бы начал. Давайте. Пять. Я фласк купил. Четыре. Три. Два. Припот. И один. Гоу. Блин. Ща. РДД вышли быстрее. Стоп каст, блядь, потом докасите. Выживите с того, блядь, отвлекающие. Воющие тени. Кидай Джаку на хп, пожалуйста. Хотя на ману тоже можно на ману поставить. Я чё, больше всех дамага дают? Или я поезд закину? Да, да. Блядь, поезда, выживите, пожалуйста. Блядь, прохильте. Блядь, да как? Я двигаюсь, он меня застанил. Кто-то поезда. Причём я двигаюсь вперёд-назад. БР есть. БР кому-нибудь. Давай, БР, БР, давай. По кому? Фонки, что, давай я верну. Фонки, смотри, какая метка, если зеленая, с нами стоишь. Если зеленый. Какая метка? Никакой, нахуй, нет. Она появит. Смотри. Отошли, РДД. Это, смотрите. Мне кажется, резать милика. Я от всех отойду. Что у меня до сих пор метки нет? Похуй, бей босса, блядь. Зеленая. Ходи. Все, с нами стоишь просто. Не подходи. Ван, блядь. Конфликт стихии, Фонкич, съебись, нахуй. Я ебу, блядь, этот конченый босс, нахуй, сука. Двигайся, блядь, не двигайся. Зеленая метка, двигайся. Подхожу, блядь, убираешь, стоишь. У тебя точно зеленая была, почему? Да, зеленая у меня была. Зеленая, да. Зеленая не двигаешься. Блядь, а где мне надо к вам подойти? Он к нам подошел. И все. Походу вот это нельзя никого. Вообще резать не надо-то. Там если упал, это все. Миликов тем более резать не надо, это бесполезно. Ну смотри, ты возле миликов ходил? Нормально было. Значит, ты такую начали свою. На мне тогда вообще баф. Нихуя не было. На мне ни бафа, ни дебафа. Да, это баг, походу, все. Это вон, баг. Меня тоже, потому что резали. На мне ничего не было. Да, она работает через жопу, эта механика. Да, короче, мы... Короче, мы стан... Короче, мы стан получаем из-за того, что не сбежались, да? Нет, нет, из-за того, что не двигаемся. Мы не двигаемся. Даже если ебать. Ты будешь бегать, прыгать, не. Все равно это, тебе защитывается там стан. Не, нихуя. Во-первых, когда на мне было 4 стака, я не получал стан. А когда на мне было 2 стака, я получил стан. Значит, наверное, это не так работает. Нет, прикол в том, что смотри, на мне 2 стака, я начинаю активно двигаться, они сбрасываются. Ну, вон написано, боком тебе. При этом я двигаюсь вперед-назад, оно мне дает стан. То есть оно... Она, по-моему, рандомно не работает. Я не знаю. Я же... быстро-быстро двигаюсь, и мне ничего не дают. Это такая же фигня. Я двигаюсь вперед-назад, я ему ровно пофигу. Блять, он Кенросу ни разу не станил вроде, нет? Ни разу, да, не станил. Вот, блять, он нормально двигается.
Пока ты сдаешь один шаг назад, это равно тому, что ты 2 секунды еще на месте стоишь. Вот, видишь, я вот так шаг делаю. Просто лево-право, ребят, вот так вот. Вот так вот делаю. Нет, это же не так просто, вот так на месте. Шаг назад еще. Эпилептики. Вот так просто. Вот блин, а, я понял, просто... как надо. Может его просто вести по кругу, по КД без остановки, нахуй. Ты тогда с нами встретишься на круге, и мы сдохнем. Не, а вы в центре ходите. Не-не, это хуйня, там на сокрушающий у нас. Не-не, просто это... Живите, все. Бабл прожимай на поезда. Давайте. А если я буду в стане, я не смогу прожать. Я уже пыталась. Вот, заходи. Если кто-то другой поезда ловит, то Меликов тоже дамажит. Давайте. Да нормальный инст, блин. 5, 4, 3, 2, 1. Гол. Прикольно. Словил, да? Ага. Лох получается. Получается. Блять, я лохую просто. Накаркали. Отошали РДД быстрее. Ну что ты спиной выходишь, пиздец, нахуй. От такой скорости, блять, с ума сойти. Вот это что сейчас, активация какая-то, что делать? Просто под вами фонтан, возможно, появится, возможно, нет. Просто с фонтанчика выйдите. Похуй, да, вот у меня лужа, мне похуй. Да, просто поверим. Блядь, все живы пока, давайте. Если до 40% все живы, спальный обстрел, смотрите. Поезд. Поезд. РДД назад, вперед не ходим никогда. Блядь, ну мы почти рядом с миликами. Потрясающе, потрясающе. Будет немного левее. Блять, сказки кто? Какая же хуйня. Да он, блядь, сука, быстро косует, я даже не успею заносить. Фонкича кто-то хилит? Нет, Фонкича кто-то хилит, блять. Или ты иди встань поближе, блять, чтоб тебя доставали нахуй. Тебя не хилит никто нахуй. Да, далеко нет. Хилить не надо. Отошли быстрее, блять, быстрее, 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 быстрее. Все, назад опять вернулись. Слишком близко к миликам нельзя стоять. Потрясающе. Лужа, Фонкич, осторожно. Фонкич, если метка, то прям в мили-зону приедешь. Идите в печеньку, отведите, там же луж нет вообще. Возвращайтесь обратно, там же нет луж. Ну, выйти нет луж. Они, встань там. Миликом бить нереально, там уже... Фонкича, подойдите похилить. А, все... Я рядом с миликами был, если что. Он с ними рядом был. Сбежались на метку быстрее. Быстрее сбегитесь. Отошли. Поезда. Поезда, поезда. Отошли, давайте. Блять, опять конфликт стихий, ну ёбаный в рот. Заразил. Кто-то словил. Кто-то словил, видимо. Хильте, отошли. Пока бы его отвлечение завело в лужу. Блять, это отвлечение, пиздец, тайминг босс. Давайте мы еще можем. Блять, конфликт стихий, какого хуя? Короче, похуй, блять, давайте. Сель, ты двигайся, на тебе черная метка, что ли? Подсельтесь, бегите, щиток кинь. Да. Я еще живой. Мы еще живые, давайте, мы можем еще убить. Да, я хуй знает. Живы еще. 2 ДД живы еще. Я еще жив. Нам минуты 2 надо, чтобы убить. Экон инер кинул тебе. Хорошо, что берси. Почему Экон от вас так? Я не знаю, а он умирал, он встал потом. А, он. Видимо так. А, да, он почат. Вот это хрень. Поезда. Поезда. Блять, метка, я умер, походу. Спал, кирпич. Минус 2.
Все, не-не, там метка, там уже все пиздец. Падайте. Блять, я не понимаю, нахуй, это пиздец. Чё там так, поезда такие жесткие, что ли? Да, я стан поймал под поезд. А, стан, поэтому конфликт с стихией был. Да пиздец, просто не везет. Короче, ну, поэтому вот, не двигайтесь вот, особо. Вот это вот вся победить. Хуйня, типа, из-за чего стан ловят люди, надо понять, ну, чтобы не ловить стан. Вот. Надо прочитать как-то, почему стан ловится, нахуй. Где, мне почему кажется, не просто механика криво работает. Она работает, но не всегда. Ну вот РДД работает, когда много двигаешься. Ну это понятно. Там ну вот я и много двигался, потому вот, что... Вот, поэтому и вы вообще... Где-то непонятно где. Да пофигу на Фогича, если он не подходит, то он сам виноват. Умер рядом, вот, просто стоял почти в миликах, умер в них. Ну если видишь, что тебя не хилит, немного РДД сдвигайся. Короче, вы из-за этого лайпнулись, из-за того, что вы двигались. А вы ко мне подбежали? Да нормально, там урона много, ты не полотал. Да я клыбу проебал просто из-за этого. Ну давайте, почти убили уже. А чуть-чуть осталось. Давайте туда в одно ебало встанем и все. Фанфайри, я купил это маг, блядь? М? Фанфайри, говорю, есть это маг? Да, был дамаг. На бурстах 17 было. Ты воспоминания на дот на втором месте. Заебато прокает, значит, все. Вы как-то стойте, нахуй, этот. Ближе как-то стойте, Нурик, нахуй, потому что хилы с тобой стоят, а Фонкич, он наоборот, нахуй, ближе к этим костям стоит, к стене, нахуй. Ему похую, что его не хилят, блядь. Он падает по КД, нахуй, ему вообще поебать. Блять, Фонкич, сейчас на печеньке стой. Ты либо... Нет, блядь, ну, хоть печеньк, ну, он, ему стрелять надо, поэтому он стоит там, блядь. Но ты, блядь, либо в сторону РДД сдвинься, чтобы для хилов было, блядь, до тебя 30 метров. А ты стоишь, тебе похуй, что до хилов, хилы до тебя не достают. И хилам тоже похуй. Все первая пати, все стоит, вторая, точнее, им поебать, что он за 50 метров стоит. Они хуй подойдут, ну, когда нахуй. Ну, нам подходить, но мы, потому что под поезда в стан станем, если подходить будем. Короче, я не знаю, если типа, ну, бля, я не знаю, как вам еще это объяснить. Ну, либо вы друг другу будете двигаться навстречу, нахуй, и захиливать его, либо он будет падать, как бич, нахуй. Он стоит, его никто не хилит, короче, ему похуй. В спине босса буду, короче. Где давай, хочешь, блядь, ну, я не знаю. 4, чтоб тебя доставали. 3, 2, 1, go. Один фрейм стоит. Один фрейм экон в то время. Давай, герой. Экон, давай к нам поближе шагом медленно. Фонтанчики, милики. Потрясающе. Ну я вот видел, ты специально подошла и видел. Ты могла отойти, ты просто вперед пошла. БР есть. Нет, не давай БР. Да, там БР же нет. Блять, опять сейчас зеленый, если на ней будет, опять конфликт стихи. Блять, мы теперь в одну полоску решили встать. Чуть-чуть ближе подойдите, ВД. Поезда. Пошли. Охуенно. Ебать, ну что не так? Ну почему? Я эту лужу не увидел, которая разлилась от вас. Я не буду бить, блять, когда вы будете падать, пизду, нахуй надо. Давайте как-то, блять, начнем, знаю, блядь. Пошли того потрая. Не, блять, он вообще сложный, нахуй. Вот этот легкий, вы здесь умираете. Вы не можете, блять, по поезда выжить. Чего сложнее будет? Тут вообще пиздец какой сложный. Тут от сокрушения люди не могут отойти, от поезда два шага сделать. Тут под вами лужи, но отойдите назад, почему вы всегда вперед только бегаете? Тут сокрушающие лучи вот эти, и все просто. Ну да, и все.
Под эти вот просто пиздец, умирать. Ебать. А вот вы когда падаете, ну я не буду, короче, одно тело падает бить на этой, на сокрушающем и на лучах, нахуй, и сразу будем его едить, блядь. Давайте это хотя бы от этой хуйни не дохнуть, блядь. Не знаю, прожимайте баблы там, не знаю. Кого-нибудь. Кто-нибудь прожмите, не сдох. Ну спокойно, до 50% доходим, потом эти поезда, и сразу под нами взрывы, и люди отойти не могут. Давайте рыбку здесь. А одно тело, если упадает, норм, если два, то можно и выйдет сразу. То мы так вообще никуда не пойдем. А вот если три уже, то... Все, законим. Просто бейрить тоже нельзя. Да, вот Курюк. Это проблема, что бейрить нельзя. Курюк, а тот маг твой друг или что? Какой маг? Долбоёб, да. Который. А. Ладно. Долбоёб, который? Я уже кикнуть хотел. Блять, Ник, пиздец. Ну хули его рано или поздно забанят. Да, я ему сказал, что такое нельзя. Все, давайте, 5, 4, 3, 2, 1. РДД, нам должно стоять в одном фрейме, чтобы когда лужи появляются, они не были, много нам бегать не приходилось. Поэтому стоим вниз. Фонтанчики, скорее всего, будут под вами. Не дамажит нихуя это за ну, блять, ну фонтанчики, ну вы не видите их под собой? Я ебал, ой, выйди. Ну смотрите, под вами взрыв, я говорю, сейчас фонтанчики будут. Керус как стоял на месте, так и стоит под ними прям. Фиолетовая большая лужа прям под вами. И взрывается. Ну это пиздец какой-то. Вставайте и резайтесь. Вспышка тьмы, да. На вас что? Первая вспышка вот эта. Тикает, а потом, возможно, как на РДД, лужа под вами будет, которая горит и взрывается вверх просто. От нее отойти надо. Влево, право, куда хотите. Пиздец просто. Минус 2 спала. Ну реально, пиздец. Я еще предупреждаю их, в этом самый прикол. До этого они сами как-то уходили. А сейчас предупредил, и они сдохли. Ебать. Что мне не предупреждать тогда? Рыбку закрыть. Ну да, наверное. Да пофигу на рыбку, ребят. Я без Гиры теперь. Я у Гиртова прочитал заметка, Иван, господь бот, блять. Инту раз, да? Все, давайте еще раз. 5, 4. 3, 2, 1, 2. Так, возможно, фонтанчики будут, смотрите. Фонтаны. Вы специально так разбегаетесь, что прям везде... Сокрушение. Метку собрались в одного РДД. Потом выйдем с нее сейчас. Все, вышли в правую сторону. Хил. Обстрел. Поезда. Стоим. Налево. Все, выжил. Дожми грыбу, чтобы тебя пожали прохитно. Вайда, на фу, вайда. Прохитьте. Руки сдайте, я не знаю. Давайте, живем пока. Поскипну.
Ну, у вас что-то. Сейчас, возможно, лужу под нами будет. Нет, не было лужи. Блять, у вас фонтан, нахуй. Пиздец. Сразу давай резать, давай бить на максимум. Не-не, тут у них сейчас другая метка появится, если их резать. Потом конфликт с хим и так добьем было. Поэтому же вайпались много раз уже, когда реса. Блять, заебал. Просто бьем состав, мы убьем сейчас. Отошли? Левом право. Блять. Собрались в метку быстрее. Потом лево-право тогда. Щитки навесь. Все. Поезда. Ну ебать, ну пиздец, надо поезда отбежать от. Ладно. Смотри, какая метка будет. Отойди от нас. Прохите, блять, у тебя фиолетовая метка, заебись. Конфликт стихии, здорово. Зачем ты встаешь? Ну, у тебя фиолетовая метка была. Там получается Керу с Фонкичем не выбежали с этой фиолетовой парашей. Да, 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 они просто от фонтана не могут. Они еще куда-то фонтаны кидают, они разбегаются все. Блядь, реально, вы можете не разбегаться во время фонтана? А именно когда фонтан появился, чтобы потом этот люди убежать могли, вы просто везде эти фонтаны разбросали. Там буквально встаешь, я не знаю, за метр от босса, и надеешься, что тебя там сокрушающим не убило. Можешь, если до 30% все выживут, мы этот босса убьем легко вообще. И на этих поездах, ну просто не убегают люди. Первый поезд уходит, второй поезд лутает почему-то. Ну вторым я, кстати, я не знаю, как меня задело, я вроде подвинулась. Yes. Или у вас пинг ебейший просто. Че, вы закрыли тюрьму? Нет. Да, второй раз пошли уже. Тюрьма закрыла нас. Заебись. Вот короче, блядь. Если в тюрьму зашел, то уже не выходишь оттуда, нахуй. Пока внутри босса не убьешь. Хоть персари ловы, хоть. Проткнуться нельзя, нихуя нельзя, нахуй. Мы отсюда, блядь, никогда не выбрались, нахуй. Здесь побег из шоуша. Собаки выпустить, надо вытащить, блядь. Побег из тюрьмы, нахуй. Давай, хурюк, заходи. Блядь, давайте по-нормальному, ребят. Ну фонтанчики теперь нас убивают, да пиздец. Да, давайте 5, 4, 3, 2, 1. Тут не в прожимке дело, если ты противоположный цвет ловишь, то ты нас убиваешь. Что непонятно? Конфликт стихий будет. Тотема нахаснет, что ли? А, понимаю. А, Гера не. Лучше в начале, чем потом под поезд. Смотрите, возможно, будут фонтанчики. Они появятся, когда там ноль стака будет вдобавок. Вот, появились. Отошли влево-право. Ебать. Крушающе. Дальше вправо-влево вы бегите просто до конца. Фонкич, бегись. Сейчас больно будет. Сейчас будет лужа под вами. ДД, сейчас слева-право пойдем. Лучше в одну сторону ходим, в правую сторону. Нет, не было ничего. Блять, как он станет с нами? Мы как стая стоим, а ты все время отдельно как-то. Поезда. Ой, блять, ну почему, сука? Именно два хила сдохло. Главное, я конставай, я этого весну. Так сейчас они заразят. У меня нету вставок. Давай. Да, блять, вы гоните нахуй. Ну, я не знаю, они не могут под поезда бежать. Я не знаю, это не лично. Давай, пошли и выйдите. Нахуй это надо, блять, в одного хила. Она ничего, ну, блять, там и маны нет, нихуя нет, нахуя тратить. Реально. Ну пиздец, что, почему от поезда не можешь отбежать? Ты метку поставь на себя и пускай они бегают в тебе, блять, от поезда. Реально, ну это пиздец. Давайте за мной тогда бегайте.
И на Милика, который в поезде не сдыхал ни разу. Ну давай, если ты не хочешь в ДЦ, ты будешь тогда с Миликами бегать. Но это тупо. Но... Ты будешь постоянно в стане стоять. Пусть она, будет, пусть она будет в ДЦ только с Миликами, а Веронику в хила и к вам. Ну, и что, она будет постоянно бегать? Ты... Сква... Она одной из забежать вам, не может. К вам, минуту, к вам. Кто, кто не может сесть? Да? Что изменится? Пускай, после этого? Ну, пускай только будет. Только адаптировалась. Может, захиливаться проще будет. Ты от фонтанчиков не убежишь потом. Потом тебе не только от фонтанчиков, ты будешь станы ловить, потом еще умирать пока. Да. Не надо ничего менять. Ну, блядь, к этой тактике или привыкнули. Короче, ходите в сове, прям в один фрейм вставайте. Ну, блин, даже если ты переспекаешься, от этого ничего не изменится. Вот именно, ничего не изменится. Ну, почему у меня получается отбежать от фонтана и поездов, я всегда выживаю? Да все, сейчас просто в звезду бегайте и все. Надо было сразу звезду ставить, нахуй, если люди не видят. Ну и поэтому, говорю, в один фрейм вставайте. Не докастовывайте ничего, главное выжить. А чё мы стоим, гоу? Давай только без припотов, я хуй знает, ну не пейте, да, потому что, блядь, мы вайпаемся 1000 раз, нахуй это надо, блядь, и отчеты эти, просто, но говори, пуляй и все. Просто пуляй и все, и в пизду, нахуй это надо. Да нет, нормально, ничего добирать не будем, идем, вместе пришли, вместе пойдем сейчас. Просто в один фрейм встанем. Я загасим эту чмоню. Все, вогнал ее в тихо. А нет, бежишь. Да нет, нормально все. Давай, 3-2, пуляй. Ну. Чем босс легко умрет, я уверен. Он еще забагается и ничего кастовать не будет. Возможно, фонтанчики под медиками будут. Так что сразу выбегается. Все, РДД отошли быстро. Сука, он нас наебал. Аккуратно, по одному шагу собирайся, не двигайся много. Сейчас стан будет на тебе. Все, поезд. Все, чуть вперед вышли. Все, назад теперь. Нам нахуй. Не повезло, тут прямо это редком фонтаны. Ой, блядь. Только ночью. Куда ты, Экон, вперед побежал? Или ты не достаешь просто них? Я не достаю вообще. Все. Прохил, прохил. Давайте к звезде чуть-чуть. Стали, разделили лужу и прям направо потом сразу. Все. Майданов, вы понимаете? Может чуть поближе стать. Блять, уже хулюк выживает, ребят. Ну ебаш. Сейчас под кем-то фонтаны будет РДД или мегазоны смотреть. У нас были уже. Не-не, там рандом. Все, поезда. Собрались. Звезде. Сюда теперь. Заебись. Прохил? Блять, конфликт стихий. Ну вот кто вперед выбежал? Я же пошел направо. Вот да это, того, это, наверное, из-за того, что я в стане был. Так, и лучше меня ебал. Это из-за того, что ты поймал противоположную? Ну, я в стане был и этот зеленый луч словил. А, понятно тогда. Блядь, ну ты сейчас лакаем понемножку. Ай, блядь, еще и милики сдохли. А как вас? А лужу вас убил?
Там меня только один. Лужи и слева справа поезда. Меня только один вопрос интересует: как этот вешается стан? Вот и все. Кто знает? Ну, там типа двигаться надо. А я стоял, прыгал. Хуяк стан. Не, это не хуя. Там типа... и вперед-назад ходишь. Он, наверное, иногда не считает движение. У меня тоже станет, когда я двигался. Вот я предлагаю, типа, ну, либо ходить туда-сюда, нахуй, ну, что-то делать, потому что, блядь, как-то не так я работает. Я хожу туда-сюда, оно мне все да, равно может стать. Нет, я не это имею в виду, блядь. Я ходить, короче, нахуй. Я не знаю, нахуй, как вам объяснить, блядь. Ну, типа, по комнате, но это опасно. Ну, а мы как двигаться будем? Мы можем в центр встать. Вы будете стоять, а мы будем бегать, блядь. Да, к конца концу бегать, а мы в центре стоять там будем. Но тут с поездами, если не повезет, будет плохо. Короче, блядь, вы на одной плоскости бегаете, мы на другой. И мы будем туда-сюда бегать, от одной стороны до другой. И когда будет лужи разливаться, мы уже будем в другую сторону прибегать. И сейчас, подожди, да, я объясню, блин. Вот смотри, вот мы, допустим, начинаем в квадрате, да, и бегаем от треугольника к квадрату, от треугольника к квадрату нон-стопом. Начали разливаться лужи в треугольнике, мы их разлили и перебежали в луну. И начинаем бегать, допустим, от луны до черепка, от луны до черепка. А вы в центре, блядь. Не, в центре это хуйня будет. Нас же будет обкидывать по КД. А потом нас откинет к луже и все. Так там на 10 метров откидывает. Ну так им ходить много и нельзя. Ему нельзя много ходить. Ну, у нас, по идее, пока под нами еще лужи, пока да. Короче, ладно, это надо делать, блядь, не показывай, так хуй объяснишь. Давайте. Вот здесь где звезда останется. Все готовы. Заходите. Да и точно наш скелет. А, это бы неплохо. Блять. Кто где нахуй лежит? Вы, короче, стойте, где этот, где босс стоит на решетке. Мы почи с собой против. Да, блин, мне кажется, это вообще хуйня, ну давай попробуем. Давай попробуем, блядь. Давай. Где наш не попадал? Все, вот здесь станьте, забирай. Это напоминает какого, блядь, смотрителя. Пошли. Блядь. Ну зачем ты продолжаешь каст? Есть эти чего? Нет бейра, пока что. Есть. Тем более у него сейчас метка другая будет, наверное. Вот сейчас лужа на мне, я ее здесь оставляю, и потом мы переходим в другую позицию. Рельсы, смотрим. Сюда за мной. Сейчас налево обратно возвращаемся. Все, выйдем. Нет, теперь... лужа это такая херня. Под вами сразу лужу, что ли? Я не могу понять. Да. Ну вы бегите вперед тогда. А пока ты бегаешь вперед, другой поезд едет. То есть между молотом и наковальней. Ты, если не успеешь выбежать, тебя убьет лужа. Если ты успеваешь выбежать, уже едет другой поезд. Ну, можете и вперед, и вправо сразу бежать. На тот поезд, который едет? Короче, вот смотри, я получил урон, вот, ну, я правильно понимаю, как бы, механику, я получил урон, получается, от вспышки тьмы, это который лужа, потом пожиратель магии, вот, воющий тень и атака его, и потом извергающая магия колодец тьмы, ну, это дотка. То есть, давай смотрим полученный урон других людей. Вот, луч тьмы непосредственно у Вероники, это, получается, как-то она не отбежала от луча. Потом... Хурюк, вспышка тьмы и воющий, то есть он не получил от луча.
У Керуса тоже. Грилит как сдох. Вспышка скверная. Это что за хуйня? Колодец? Да. Короче... Да, поезда вы можете выйти сразу, а потом уже смотреть, куда бежать. Но это не сложно. Короче, там есть звук в игре. Ну, попробуйте включить звук. Ну, я не знаю, монитор включен у вас, нет. Вот включите звук. Вот. И там есть такая хуйня. Вот сначала появляется фиолетовый такой луч. Там мозга много не надо. Там просто между двумя лучами вот так встаешь, встал. Потом звук такой проходит. Потом на месте, где ты стоял, появляется зеленый луч. И когда вот этот зеленый луч появляется, уже сразу можно на то место отбежать, где был фиолетовый луч. Вот. И тогда, ну, дамага никакой не получаешь. Ну, это вот понятно. Раз... Если бы еще под ногами лужи не было. А лужи, когда, смотри, вот босс работает по таймингу, все следует одно за другим. Когда эта лужа уже появляется, это значит, скоро будет поезд. Это значит, вам нужно просто съебаться, ну, куда угодно, просто в другую сторону, в другую метку, хоть куда, хоть, блядь, Далран. Просто отойти от меня, от босса отойти, и приготовиться выбежать из лучей. Все, вы прибежали, лучи, два луча прошли, и все. И дальше я веду босса, и дальше просто начинаем бить. Ну, давайте сейчас попробуем просто выжить. Похуй на ДПС, даже не бейте, просто, блядь, выживите. Выживите на этих, все. Тут ДПС не нужно даже, просто выживать нам. Рюк, что там? Портал в Даларан, будем туда прыгать. Сука. Все, давайте. 2-1, гол. Все, буду сразу все наставим. Кто портал прыгнет, нахуй косарь там вот так. Возможно, под кем-то фонтанчики будут. А тогда мы уходим влево. Если под нами. Топайте, класс. Влево, лево, лево. Как? Стоит КПО. Рассекающий. Да, блядь, я не помогу понять, как нахуй. А как он рассекающим поубил? Давайте, выходите. Выходите, блядь. Он мгновенно дал. Нет, не мгновенно, он вставал. Че, поезда? Я не показываю. Так он же спиной был. Ну, там надо отойти на пару шагов от фрейма босса. Там от центра босса надо отходить. И тогда он не дамажит вообще. Ну, еще пару драйв. Есть. Вот, он убивает. Это, видимо, из-за того, что поворачивает. Не, ну, вводить туда-сюда, я не знаю, нахуй. Они от сокрушающего не смогут убегать. Давай, как делали до этого. Ну, я же второй раз отошла, хотя я подыхаю постоянно. Это вот я не знаю, я пулакер ты. Мы до этого хотя бы до 30% доживали, а сейчас вообще нахуй не можем. С пула уже умирают люди. Это пиздец, я не знаю, ну просто, почему я один выживаю? Ты понимаешь, потому что у тебя IQ 300 нахуй, понимаешь? У нас, блядь, 20 IQ нахуй, вот и все, блядь. Я каждый трай выживаю нахуй, вот эти, я не помню, что взорвался на одном фонтане хотя бы. Нет, ну слушай, я тоже хочу стоять и чисто кастовать себе. Реально, блядь. А не двигаться, вот это вот эпилепсия началась, и ты дергаешься. Короче, как до этого били, так и будем бить, это пиздец. Когда я говорю поезда, я не знаю, хоть куда на край света выбегите, выживите и все. И когда говорю, сейчас будут фонтанчики, готовьтесь выбегать, можете не бить, да. Это, когда лужа, короче, буду просто в другой угол переходить и все, блядь. После того, как разольется. Да, просто по чуть-чуть води туда. Ну и не по чуть-чуть, как я ставил ее в лужи, типа, я хуй знает, милики, может, боятся, это их лужа. Давайте, 3, 2, го. Мы с этой стороны будем стоять, как до этого начать делать. Под кем-то сейчас будет лужа. Мы в РДД вправо бежим. Чуть поближе к звезде станет, чтобы вправо легче бежать было. Побежали. Заебись. Пожили. Метка на Керусе. Там лужа будет. Все, выбежи. Чуть вперед отведи. Там лужа у миликов.
О, нихуя, там тоже уже. РДД чуть правее стали, чтобы еще похилить. Поезда собрались. Побежим направо, РДД. Все, похуй. Выжили? Да. РДД. Чуть вперед побежали. Все. Достаете похил, да? Не знаю. Слишком далеко от вам, мне кажется. Ну, так перебегите сюда в крест, блядь. Хули вы там стали. Сбежали, сейчас будем влево убегать. Влево, лево, лево. Стали сюда. Быстрее до конца. Ну, блядь, ну почему только стоишь дальше? Ты же стоишь возле этого. Смотри, какая метка будет. Если конфликт стихии, мы ебаем. Стой на месте. Все, нормальная метка. Каску, вапку дал и машинскими. Мы очень далеко стоим. Знаете, где я? Ой, че, умрет. Прохилься, потому что. Фонтанчики нормально выжили. Хорош. Метка на фонкичке. Наоборот, фонкичек не минус фонкичка, короче. Смотрите поезда, где я, стали быстрее. Сюда, сюда, сюда налево. Направо. Быстрее. Все нормально. Чуть вперед подойдите. Сюда, да. Блять, Керус тоже умер. Прохил, прохил. Что такое? Где прохил? Че? Блять, ну это пиздец. Мы бы убили сейчас. Эктон, давай соло. Еще 3 ДД есть, нормально. Главное, выживите. Отойдите назад, РДД, сейчас конфликт стихии будет. Вон, к Эктону беги. Назад, назад еще. Собрались, блядь, надеюсь, выживем. Направо сразу. Отошли. Блять, ну пиздец просто. Был бы еще один РДД хотя бы. Падайте. Да он не хочет убить, я похилю. Похуй. Я в РДРу спекнусь. Просто без щитков мы тут пыльца соснем. Или хочешь, бегай в РДД зоне. Хочешь в РДД зоне, будешь постоянно бегать. Я не знаю, как ты дотки вешать будешь. Потому что только 5 меток фиолетовых, 5 этих зеленых. Бать, а у всех чуть-чуть фризится, когда центр пробегаешь. Только у меня такая хуйня. Вот тут нормально все, в центре бегаешь. Без щитков мы просто не переживем ни одни порталы. Я не знаю, тут просто щитки кидай и бегай. В чем проблема? Давай. Что не умеешь так? А если тебя в кота Веронику в хила, тоже хуйня? Да, кто вам будет? Ну ты щитки, восстановление вспышками, не хит там Мекон сам сделает, справится. Ну и исповедь. Типа щиток, молитва и этот, и исповедь. Щит. Ну короче, я не знаю. Нам просто отбежать надо, по сути, и все. Давай. Исрик? У меня нет. Обычную поставьте. Максимум только кабанчик могу. Да, давай, давай кабанчик. Вон, обычную поставь. Он большим делает? Нет. Обычный кабанчик. Пизду рыбу поем. Все, блядь. Ну это не смешно уже, пиздец. Каждый поезд у нас минус 2, минус 3. Ну, привыкай тогда. Что я могу сделать? Вот от каждого, видишь, зависит. Такой инстинкт, где просто пока не побьешь, там за тебя не сделают что-то. Блядь, как же на втором охуеть сейчас? Мне пофиг. Хочу в лагерь для нищих. А вот.